Сначала массовый спорт, а потом профессиональный. Заместитель председателя Мажилиса Гульмира Исимбаева попросила министра культуры и спорта больше внимания уделять развитию массового спорта. По ее данным, на 1000 казахстанцев нужно 80 квадратных метров спортивных площадок. На самом же деле по стране на 1000 всего 47 квадратных метров. Действующих 30 тысяч спортивных сооружений. Это в два раза ниже уровня, установленного государственным нормативом. По поручению президента к 2022 году должно быть введено 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. На сегодняшний день построено только 13. Депутаты засомневались, что еще 87 ведут в течение 2 лет. По словам Ахтутой Раимкуловой, основные средства на строительство спортплощадок идут из местного бюджета, а там зачастую этих денег не хватает. Больше половины идет на развитие профессионального спорта и участие спортсменов на международных соревнованиях. Депутаты считают, что значительное количество средств можно было бы сэкономить на покупке зарубежных легионеров.